нравится. Белый, мутный, точно палмы. А свечи и радуга люди, как привидения. И на дворе туман сгинет, видать. 19-й век. 19-й век. Нынче дни все такие туманные, темные. А в старину бывало и зимой-то, как солнышко светит. Помню, однажды в Эрмитаже у окна стоит солнце прямо в глаза. А покойные государыни подошли и шторку опустили собственными ручками. Да что же, говорю, ваше величество, вы себя так обеспокоили. А она, матушка, взглянула ласково. Одно солнце полно небе. На земле отжили мы красные эти ручки. Простите, ваше величество, с ног сбилась. Что с вами, Шарлотта Карловна? Я заблудилась в коридорах и лестницах. Не мудрено, сущий лабиринт. Я заблудилась, а часовые какают. Вон! Ну, прежде это было, дружью кричали. А теперь вон, испугалась я, подхватила юбки и бежать. Я бежала, я упала и коленку зашибла. Ах, бедная, потереть надо арнику. А я думал, привидение. Какие привидения? Здесь, в замке купили. Батюшка сказал. Замолчите, ваше высочество. Это неприлично. Да, ваше высочество. Зачем-то вы на ночь грязь? Вы же знаете, что я ужас, как этих привидений боюсь. О привидениях спросить бы у Кушелева. Он фармазон с духами и шарит. О чем думаешь? Я думаю. Ах, нет, простите, ваше величество. Я не умею. Я только бы хотела, чтобы все вас знали, как я. Но никто не знает. А я не умею. Глупо, простите, я не так. Так, сударыня, я благодарю вас за эти слова. Знаете, я умираю, но смыслю о вас. Бабушка, если бы не знала она, как я счастлив. И
как я каждого хотел бы сделать счастливым, каждого к сердцу прижать и сказать, чувствуешь ли ты, что ты сердце бьется при тебе, но оно не сердце есть и прекрасно. Да, я тоже не умею, тоже глупый, как и ты. Ну и будем вместе глупыми. Как вы о сём полагаете, сударыня? Адам Павлович, Мальвик... Извольте говорить по-русски, вы императрица российская! Отвечайте же! Ах, боже мой, мысли мои, совер-вер, так перепутаны! Ну, а вы, граф? Царствование императора Павла I Россия удивила Европу, сделавшись не покровительницей, а защитницей слабых против сильных, убежденных против теснителей, верующих против нечестивцев. Друзья, истинная великая, истинно христианская мысль возникла в рыцарском...